Всем привет, дорогие друзья, с вами Электрик, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed. Я вот решил все это перезапустить. Ну, я имею в виду, вышел я так трансферно. Мало осталось, грязный воришка! Увидишь, тебя трубят руки! На защиту нашей великой цивилизации! Знаете, почему? Потому что можно будет убить сначала душу. Да, точно! Почему я сразу не дрался? Можно было убить хочет перебить нас всех до единого! Мы должны защищаться! Как-то сдалека надо ее засечь, так не подходить к ним, чтобы миссия сразу не началась. Так. О. Черт, ходит здесь всякий. Тихо. Главное, что нас не видели. Двести семь, 206. Ой. Стой! Ты не пройдешь здесь! Много лучников. Лучник, твою мать. Что-нибудь для больной, голодной и нищенки. Скажите, зачем он это делает? Ну, помогите же! Кеберри Джексон! Никогда раньше не видел ничего подобного. Так, нужно наверх. Походу нужно наверх. Там. О, как раз. Чтобы убрать лучника. Черт. 99. Ну, ближе к той цели, которую я думаю. Блин, как нам туда добраться? Как убить этих дебилов? Для чего он это делает? Лазь давай. Он задумал недоброе. А? Чёртов дурак, о, совсем выжил из ума. 76. Сейчас мы доберемся до пункта назначения. Ой. Тихо. 43-40. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. У меня нет. Ужасно на похоже. Для больной, голодной и нищенки. Для больной, голодной и нищенки. Там же даже лучники. Убирайся, чернь, пока цел. Ого. Я стою перед вами, по чуть-чуть, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Блин,
собрались здесь, чтобы оплакать Мажд-ад-Дина, безвременно покинувшего мир живым. Я знаю, вы все ощущаете боль утраты, но утешьтесь. Ибо как все мы выходим в этот мир из чрева, так когда-нибудь и покидаем его. Такова природа вещей. Это так же естественно, как восход и заход солнца. Давайте же вспомним жизнь покойного и поблагодарим его за все добро, что он делал. Знайте, что однажды вы встретитесь с ним в раю. Скорее бы бить, хотя... Это девушка, видно. Видно, что это девушка. По глазам. Сейчас будет хана. Надо валить отсюда, нахрен. Аминь. Как вы знаете, Мажд-ад-Дина убили. Мы пытались выследить убийцу, но это было нелегко. Эти твари прячутся в тенях и бегут от всякого, кто бросит им честный вызов. Но не сегодня, ибо один из них стоит среди нас. Он насмехается над нами и должен заплатить за это. Взять его, подведите его, дабы свершилось правосудие Всевышнего. Смерть грязному! Такова ваша воля! Где прогулочный? Эшрэ! Падай! Ла тадауху яфлит! Ла тафлита минни! Ла не кура залика асирон джит! Ах ты ж! Давай, давай! Ай, ты я Ну что ж, мы двое. Попадайте! Ух ты! Ух ты, круто! Где я все знаю? Ах ты! Давай! Давай, давай, давай. Наконец-то. Я взгляну тебе в глаза до того, как ты умрешь. Полагаю, ты ожидал иного. Что это за колдовство? Девушка. Никакого колдовства. Мы знали, что ты придешь. Роберу нужно было время, чтобы скрыться. Он бежал? Вам сопутствовал успех. Вы разрушили наши планы. Сначала сокровища, затем наши люди. Мы потеряли контроль над Святой Землей. Но Роберу выпала возможность вернуть то, что было украдено. Превратить ваши победы в наши. Ваши сокровища у Аль-Муалима, а ваша армия нам не страшна. Что бы ни планировал Робер, он проиграет. А?
Ведь теперь вам противостоят не одни тамплиеры. О чем ты? Робер на пути в Арсур, чтобы объединить сарацинов и крестоносцев в борьбе против ассасинов. У сарацинов нет причины соглашаться. Не было. Но теперь ты дал им причину, а точнее целых 9 причин. Тела твоих жертв, потери с обеих сторон. Ты сделал хашишинов врагами для всех и тем самым подписал приговор ордену. Это так? Не 9, 8. Что ты сказал? Ты не моя цель. Я не стану забирать твою жизнь. Ты можешь идти, но не следи за мной. Мне не нужно. Ты уже опоздал. А то больше не нужен этот портал, чтобы задавить тебя. Черт, главное, что меня не заметили. Ребята, пошло это. Не потеряйте его! Как мы его упустили? Я нашел его! Уберите его! Да! Чертовать! Вау! Не дайте ему уйти! Тебе не уйти! Как всегда. Быстрей! Быстрей! Давай. Черт! Убирайте его! Бежу ассасину. Наверное, он убежал. Наберемся в район города. И будем по ходу драться с этим. Набора Десаде, мне так кажется, что будем все-таки как-то должны его найти. Или все-таки. Я не знаю, что будет. Убейте его! Трагедия, скажете вы, но я говорю слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим, нет участи славнее! Будь проклят христианский король и его армия неверной! Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это! Давай, спускайся. Это что? Это была ловушка. Я слышал, что похороны закончились дракой. Что случилось? Робера де Сабле там не было. Он ждал меня и послал вместо себя другого. Расскажи Альму Алиму. Другую? Нет времени. Она сказала мне, что задумал Робер. Если я вернусь в Массиаф, он успеет осуществить это. И тогда, боюсь, нам придет конец. Мы убили большинство его людей. Ему не собрать силы для атаки. Погоди, ты сказал она? Да, это была женщина. Странно, я знаю. Но это мы отложим на потом. Сейчас наша цель Робер. Мы ослабили его, но этот человек умен. Он изложит свое дело Ричарду и Салахаддину. Объединит их против общего врага. Против нас. Ты ошибаешься. Это бред. Эти два человека никогда... Не ошибаюсь. И в этом наша вина. Те, кого мы убивали, стояли по обе стороны и были важны для обоих лидеров. План Робера амбициозен, но не лишен смысла. И он может сработать. Послушай, брат, кое-что поменялось. Ты должен вернуться в Массиаф.
Мы не можем действовать без разрешения повелителя. Это поставит под угрозу братство. Я думал, ты понял это. Сколько слов, Малик. Ты прячешься за Кредо, словно за щит. Он что-то скрывает от нас, что-то важное. Ты сам говорил, мы не можем ничего знать, лишь предполагать. Так вот, я предполагаю, что дело глубже, чем кажется. Убив Робера, я отправлюсь в Массиав за ответами. Но может, ты поедешь туда прямо сейчас? Я не уйду из города. Тогда выйди на улицу. Ищи тех, кто служил моим жертвам. Узнай все, что сможешь. Ты проницателен. Может, заметишь что-нибудь, что я проглядел. Я не знаю. Мне надо подумать. Делай, как знаешь, друг. Но сейчас я отправляюсь в Арсуф. Каждую секунду, что я медлю, враг становится все дальше от меня. Будь осторожен. Буду. Обещаю. Защищать его! Что, мне придется ехать туда? Ой-ё. Меня на глазах. За это поплатишься жизнью. Я ни в чем не виноват. Придется самим пешком. Помогите мне чего-нибудь. Уходи, друзья мои. У меня войны закончены. У меня есть все, что вы можете пожелать. Люди, подходите. Посмотрите на мои товары. Что он делает? Люди, подходите, посмотрите на мои товары! 280. Аллах отвернулся от тебя! Эй! Я тебя где-то видел! Я к твоим ушам! Мне больно! Неверный! Если вы устали от низкокачественных товаров, все ко мне! Мой товар лучший! Еретик! Я отсеку тебе голову! Не дайте ему уйти! Ой! Они должны... Вернись сюда! Пошли в жопу! Мы конь! Не дайте ему уйти! Я уступлю! Верни меня! Да! Тебе не уйти! Ты напугал. 140, 130. Я! Я! 50. Извиняйте. Я спешу на миссию. Какое-то королевство, я не знаю, что за королевство. Короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких врагов. Пожалуйста, не делай так больше. Ну что ж, продолжим следующую часть. С вами был Саня Электрик. Всем пока.